Ребят, всем доброе утро. Сегодня какой-то там энный день. Сегодня у меня день на расслабоне. Я сегодня никуда не еду, я сегодня еду просто в Любляну. К этому времени я уже почувствовал, что я немножко устал. Я как бешеная собака катался по Словении, каждый день наваливал по 500 километров, а то и больше. И в этот день я просто решил поехать по магазинам. И первое, куда я поехал, куда? В салон Yamaha, конечно же. И потом мы будем сегодня там барбекю делать с друзьями. Будем сегодня отдыхать, потому что я уже, ну как бы я нормально, но чувствую, что мне немножко нужно так чуть-чуть спокойного времяпрепровождения. Все, поехали, ребята. Hello. Hello. I'm traveling to from Ukraine through Slovenia by Yamaha Bolt. Okay. So I wanna ask you to help me find some touristic boots, maybe waterproof, but a little bit higher than mine. Okay. It's like this. First thing, nothing is actually waterproof. Yeah, I understand. You understand? Okay. Yeah, okay. Yeah, absolutely. Now that you said, no problem. But this, if the light rains, no problem. Be okay. Yeah, yeah. I mean this. I mean not like this, you know. Second question. Yep. Where are you from? Ukraine. Where? Where from Ukraine? Lviv. Okay, I'm asking because next Saturday I'm going to Odessa. Wow. Cool. That's why I'm asking. Cool. Odessa. Odessa is on the sea. Yes. And I'm Lviv, you know. It's, I know. Perfect. I know. That's why I'm going on vacation for 10 days with motorbike, so. Wow. Something else before you are. What do you need? What are you looking for? Just don't know yet. I'm a real biker. I need everything, but I have everything. I know exactly. I have everything, I need maybe something new, you know. В общем, потусил я на Ямахе, тут они уже закрылись, а мы с вот этим человеком, которого зовут Блаш, который оказывается на вот этой вот Хонде, через неделю поедет в Украину, я его пригласил к себе, и он приедет ко мне в гости на обратном пути, едет в Одессу, представляете, вот на Шадовке 97-го года. И мы вместе с ним, ну, я договорился мы с ним, я его пригласил к себе, мы с ним там встретимся, я ему покажу все, расскажу. Вот, короче, Болт здесь, я купил вот такие ботинки офигенные, сейчас покажу. Вот, видно? Вот такие. В общем, мы так приятно провели время, так что будете вот тут где-нибудь, обязательно заходите в магазин, здесь куча всего и прикольные чуваки. Долинская цеста называется, адрес 242C, ну короче, загуглите, вот kmc.si. Вот, я выдвигаюсь сейчас еще там по магазинчикам, проедусь туда-сюда. See you, man. I'm waiting for you in Ukraine. Absolutely, we'll hear you. I'll contact you when I'm there. So, glad to meet I'll you. I'll be happy. Have a safe trip. Be safe, man. Bye. Bye. Вот видите, как случайно произошло, и насколько приятно, когда вот так с чуваком встретился совершенно случайно, и он едет в Украину. Вот круто, да? К тому времени, пока я буду монтировать этот ролик, я прямо сейчас, вы увидите, что будет через пару недель, когда он будет возвращаться с Одессы обратно через Львов в Словению.
Вот мы и здесь. Вот мы здесь встретились. И вот Блаж сегодня ехал с Одессы. С Одессы сколько? 800 километров, yes? 840. Ага, 840 километров. Вот Хондочка, которую мы с вами только что видели в видео. И сейчас мы пойдем попьем кофе. И Блаж поедет дальше. You are hero, man. Veteran. Я уже немного оделся, мы тут сейчас попили кофе, и сейчас мы поедем, я немного проведу Блажа до в сторону, как он поедет уже в сторону туда, города Стрей. Вот он не будет тут у меня останавливаться, потому что он уже забронировал там себе жилье. Вот, сейчас немножко так холодно, мы сейчас прокатимся чуть-чуть, так что человек путешествует, круто. Когда мы встретились с Блажем, Блаж, вот он такой человек, который все запланировал наперед. То есть я думаю, он, наверное, на час раньше встал, чтобы встретиться со мной потом на обратном пути. Я у него спрашиваю, что тебя больше всего впечатлило в Украине? Он говорит, это огромное количество американских машин. Вот именно вот этих всех мускулкаров, мустангов, камара и не только. То есть, в принципе, машин, которые с Америки привезены. И второе, что его удивило, это то, что маловато мотоциклистов на основных дорогах. То есть они где-то все попрятались в тот момент, он их как-то и не видел. Ну, опять же, в Словении, как мы с ним шутили, 2 миллиона населения и 1 миллион мотоциклистов. Мы немного прокатились тут, я чуть-чуть провел Блажа за город. Вот. Мы сейчас с ним еще прокатимся чуть-чуть. Да, классно. Мы прокатимся еще немножко, километров 10 я его проведу, и там потом разойдемся, я уже поеду домой. Вот. А мы с вами возвращаемся в Словению, дальше наблюдать, где я там катаюсь. Cheers! Cheers! Ну круто вам, вы уже посмотрели, а я до сих пор стою на этом светофоре. Поэтому напишите, как там оно было, как там оно будет из будущего, напишите мне сюда. Спасибо, ребята. Yeah, maybe I will be 1 hour, you know. I think it's not. I don't know where to park this. Maybe I look for something, yeah, else, I suppose. Maybe better fast food, I don't know. Okay, thank you. Он поговорил с дядькой, он тоже так удивлен был по поводу моего путешествия. О, Ямаха, говорит, Ямаха. Вот он катается в городе, вот на таком вот. Я что-то даже не сразу понял, что это такое. Припарковался, пойду в магазин и схожу. Пришел я с магазина, здесь вот это все напаковал, сейчас съем такую вот быстренькую пиццу. Сейчас я вам покажу, как она выглядит, типа тубоу, давай открывается. Ну, вот такая вот, нормально пойдет, тесто все равно прикольное. Водичка, здесь там всякое понаваливал, прям сюда, кеды вон тут делают всякие разные штуки там детям, короче. Потом перепакую себе в дополнительный такой гермомешок, там сверху или сбоку это все прифигачу. Ну вот, сейчас перекушу, зайду еще, вот тут найду какой-нибудь электронный магазин такой, чтобы купить там SD-карточку, потому что у меня место на GoPro осталось на записи 1.5 минуты, вот, потому что я все уже использовал. Так что давайте, ребят, приятного аппетита, покушаем с вами пиццу. Купил еще одну карточку на 128 гигов за 23 евро. Вот такую вот. Иду на кассу.
Магазинчик приятный. Вот здесь так вот все организовано, красиво сделано. Иду на кассу. Смотрите, какое удивительное дело. Идет дождь, а на небе светит солнце. Даже непонятно, откуда он идет. Сделал я все свои покупки, все удачно, все я нашел то, что мне нужно. Еще вот я хотел в H&M, H&M это я так называю, H&M и H&M, так просто в Польше говорят H&M. Хочу купить прям одну такую черную универсальную такую штучку, которая просто размера не было, и я сейчас по пути, куда мне надо ехать, проложил себе маршрут, заеду в другой магаз, попробую себе все-таки ее найти в размере, который мне нужно. В Европах много есть всяких распродаж, и можно урвать, там, допустим, какую-нибудь там парфюмерию прикольную купить и так далее. Поэтому я, конечно, не отказал себе в этом. Вот, приперся к мотику, сейчас поеду дальше. Так, вышел я из этого торгового центра, очередного, тут второй, в который я приехал. Я выдвигаюсь, там уже барбекю меня ждет, уже ребята мои, друзья уже меня зовут и ждут, уже первую партию съели. Так что, я поехал отдыхать и пить пиво и есть шашлык. Получился у меня сегодня день шопинга, реально, вот уже вечер, уже 7:30, я до сих пор вот еще тут в Декатлон заехал, тоже там буквально пару мелких прикольных девайсов купил себе, вот, поэтому я уже наконец-то выдвигаюсь на барбекю, которое, наверное, уже съели без меня. Поехали, ребят. Заправился, заправил 8 литров. Проехал я 15 километров на резерве и до полного бака 8 литров. Соответственно, это значит, что у меня 5 литров еще оставалось. В общем, на 10 евро и 1 цент. Хотел ровно на 10, но 1 цент у меня найдется. Вуаля, на свидание. Вот, я уже выучил там хвала, спасибо, на свидание, до свидания, добрый день. Ну, все очень просто. Ты это слышишь и легко повторяешь. Людям приятно. Возможно, она даже не поняла, что я вообще не местный. Потому что базовые какие-то фразы можно произнести так, что будет и непонятно. Тем более, опять же, корни языков одинаковые.
Вечером в этот день у нас был интернациональное барбекю было. Приехали друзья друзей, разные всякие, эти живут в Германии, эти живут в Словении, эти где-то еще, и мы все собрались, там много было людей. Я ничего не снимал, мы просто пили пиво, ели мясо и наслаждались вечером. Добрый день! Hi. Привет! Ты с камерой? Да, я с камерой, это часть блога. I'm just blogging a little bit for my YouTube channel, Nicola. Сергей. Nice to meet you, man. Nice to meet you. Okay, I will be prepared a bit the... Добрый день! Тебе не жарко вот это? Ну, когда еду, нормально. Когда еду, нормально. Да, понятно, когда едешь, да. Обдувает. Да, обдувает, да, бывает, и надо и застегиваться. Что у тебя там за техника? Японец? А, посмотрите, японец, да, Yamaha. Yamaha. Ну пойдемте глянем, да. Мощно, сильно. Кирян, идем посмотрим на мотор. Идешь? Он уже сидел, уже смотрел, да? уже с первого дня пробовал, да. Ну такой вот как бы классический. А, ну нормально. О. Удобная посадка. Здесь вызывает массу удивления, потому что здесь я такую Yamaha. Привет! Привет! Я тебя уже 100 лет не видел, ты стал таким мощным большим пацаном. Хорош. И вызывает интерес, потому что вот люди прям подходят, а потом они видят номера, они. Да. Now you travel alone, да, ну да. You have a good trip в Словении и так далее. Ну, привет. Хорош. Вот, и я в салон Yamaha сегодня заезжал тоже. Воздушное охлаждение. Да. Так что тут у меня вот это багажное, все хватает нормально. Там палатку привязал на случай, ну с той стороны. Ну так не использовал. 950 мотор объем. Нормально, да ты что. Тут у меня сумка на бак еще, я просто сейчас налегке там езжу. Сколько расход? Расход выходит где-то 4,5. Это мало. Притом, когда я там 125 км в час еду на... Ну, быстрее просто... Конец мысли. Некомфортно. Нормально себе едешь. Я вон с Венгрии за раз приехал сюда. Да. Ну, там, возле Марибора я ночевал. Ага. Ну, вот, так что это уже такое. Отражалки. Это я так себе тут отражалки всякое тут налепил. Ну, только вот тут аккуратно смотри, он очень горячий. Понял? Горячий, конечно. Да. Окей, тогда. Ну, как у Явы было. Ну, это я уже тюнинг. Это типа стиль такой я поставил, да. А так тут все металл, то есть это обратно. Ну, понятно, что металл. Ну, у людей вызывает реальный интерес, то есть они прям смотрят. Интересно. Тем более, Yamaha фирма проверенная, что там говорит. Вот это все вместе взятое, ну сейчас у меня там, я накупил всякое. Оно у меня весило 21 килограмм. Не, ну... И оно никак не влияет, абсолютно. Я это самое, на яме, значит, за эти мешок картошки кинуть и повез. Да, а то да. Два вот так по бокам и повез. Да. Тут еще у меня дуги для этого самого. Да. Я там палатку, здесь это. А сейчас то, что купил, я мне там еще один гермомешок есть, я его сейчас сюда прихреначу, и будет у меня нормальный навьюченный этот. Двигатель считаю это. Нет, мотор шикарный. Мне вообще, вот когда, вот казалось бы, он не для путешествий. Это V-образный, да? Да, это V-шка, да. V-шка, да. Казалось бы, не для путешествий, но на самом деле, ну, а чё, ну, нормально, приехал. А чё не для путешествий? Ну, есть там специальные туристические мотоциклы, да, более. Дорожные. Но зато здесь, по вот этим дорожкам, вот это вообще кайф. Потому что если бы у меня была такая дура, которую не снесет на автобане даже ветром, то было бы сложно ее ворочить на мелких дорогах. Не, ну тут еще же рассчитан двигатель и с колесом, видишь, центр тяжести. Он да, он очень низкий. Я могу ехать 2 км в час. Чем? У меня он каждый человек, то какой-то мотоциклист, то с кем-то я познакомился, с кем. Я один, поэтому я как бы открыт разговор. Они все подходят, и потом они все спрашивают у меня, где ты спишь? Я понимаю, что если я скажу, что чувак, я не знаю, где мне спать, он скажет, приходи ко мне. Ну, конечно. Потому что они вот, я для них как этот, кочевник, странник, путешественник. Да, мотоциклетное братство. Окей. Да, они там прям, ну, я с многими познакомился. Не-не, это, да, все можно путешествовать. Ну, центр тяжести низкий в плане того, что можно ехать медленно и очень стабильно, он просто сам едет. Ну, да. Я вон пробка вчера с Постойной сюда, с моря была вообще в хлам стоит. Ну я движу, они так все разъезжают. Мы вчера съехали с этого, с Порторосо. Да. Туда я ехал за рулем, туда я, там это час 10, час 20 долетели. Да. А обратно больше 2 часов. Ну обратно я час 30, потому что... И бесполезно, что съезжаешь, что стоишь, одинаковое время. Просто... Да. Там тоже набиваются, и там набиваются. Ну, они так разъезжаются, они едут, чуть и разъезжаются. Я аварийку включаю, у меня скорость где-то 40-50 км в час, конечно, и можно... проезжаю. Ну, так, ну ладно, раздевай. Раздевайся, вот и запах. Да. Прикольно? Да. Ну, ты когда едешь, то ты так, типа, знаешь, вот так.
вот это передний тормоз, а вот это вот задний тормоз. Отдельно педалька сюда, да, да. Ну давай, вот так ключик поворачивай.